добиться успехи в количестве, это количество людей, которым я могу рассказать, или сколько раз я буду думать о Творце. Сколько раз ты сможешь думать о Творце, тут нет уступок. Без этого твое действие не стоит много. Не стоит много. Тогда моя лекция, если я так произвел ее, не связывая свой путь с Творцом, моя лекция становится тогда как лекция о какой-то системе, там, немножко эволюция, немножко история психологии, нет в этом ничего. А мое внутреннее намерение внутри слов, которые я посылаю им, мое внутреннее намерение связать их через себя с Творцом, это то, что работает. Это духовная вещь. Я могу взять Сенька и написать какой-нибудь роман, и роман. И вместе с этим романом мы можем внести туда все наше желание, все наше устремление к тому, чтобы люди, которые будут читать это, впечатлились от внутренней силы, чтобы у них было без всякой связи с самим романом. Вдруг пробуждение, устремление к слиянию. Если мы об этом думаем, это распространение, потому что ты распространяешь имя Творца, ты распространяешь методику исправления, ты распространяешь, ты привносишь туда часть своей точки в сердце, которой нет в нем. А внешне поговорил, ну ладно, он придет к тебе, может внешне помочь тебе в разных вещах, потому что видим, что ты хороший парень, у тебя есть хорошее намерение там, сделать какие-то хорошие вещи в мире. Да. Допустим, есть много безработных, ты хочешь как-то их организовать, привести их к изучению интегрального объединения, чтобы им было чем заняться, было бы хорошо в жизни. Ну, придут люди, помогут тебе, и все. И это так, это будет кибуц. Это будет какое-то... Не будет большой пользы от этого. Нет. Польза в том, то есть действие, которое будет успешным, это действие, в котором есть твое намерение, твоя мысль, желание, устремление связать с помощью этого внешнего действия того, кто связан с ним, с Творцом, со слиянием, для раскрытия Творца, то есть приблизить его к радиотдаче в той мере, в которой он способен быть с этим связанным.